117 участников, 12 городов России, Ижевск, Кострома, Ярославль, Санкт-Петербург. Столица Золотого кольца принимает сразу два крупных ежегодных турнира по фигурному катанию на коньках. Кубок Ярославской области и открытый турнир Ярославля «Ледовая симфония». Юноши и девушки в возрасте от 7 и до 17 лет представили программу по одиночному катанию. Организаторы соревнований – агентство по физической культуре и спорту Ярославской области и Федерация фигурного катания. Соревнования такого масштаба проходят у нас ежегодно. Лучшие фигуристы попадут в сборную региона и будут представлять Ярославскую область уже на первенстве России. Наши фигуристы Ярославской области, куда бы они ни ездили, на любые турниры, они всегда привозят медали всех уровней. То есть молодцы. И тренерам спасибо, и родителям большое спасибо, что они поддерживают своих деток. Они помогают им, они покупают им костюмы, коньки, то есть морально настраивают.